Ох, гульмакия, шумыртлар. Коронавирус едва не наступил на горло его песни. Занервничал, переживал, подключил всех своих там в Балтасинском у себя районе. Отныне звезда татарской поп-музыки Раяз Фасихов может петь спокойно. Родная кровь, эти они победили коронавирус. А супруга почему плачет? От радости. От радости? Что домой едет. Что сейчас в красной зоне РКБ? Нам сказали, что вы на 20 килограмм похудели. Это из-за чего? Интенсивная работа. Будет ли вторая волна? Несмотря на то, что открыли все торговые центры, хотелось бы, чтобы пожилые люди по максимуму избегали мест скопления людей. И когда же, когда смертельно уставшие врачи вновь увидят свои семьи? Передаю привет маме, папе. Надеюсь, скоро закончится, приеду в гости. Специальный репортаж Сергея Шерстнева. Старики есть старики, им скорее бы домой, свой родной огород. Смородина и крыжовник, говорят, еще не собрано. В субботу, 25 июля, в программе «Город».